Привет, друзья! С огромной радостью хочу поделиться с вами небольшим личным достижением. Весной этого года я издал свою первую книгу под названием «Гаммы и арпеджио для классической гитары». Это учебно-методическое пособие для музыкальных школ и колледжей, над которым я работал около 2 лет. Вот так выглядит обложка печатного издания. Это достаточно объемная книга формата А4, изложенная на 160 страницах. Электронная версия принципиально ничем не будет отличаться, содержание абсолютно то же. Лишь небольшие изменения в одной надписи на обложке книги. Именно такую книгу, вот с такой обложкой в электронном формате вы найдете в свободном доступе на моем телеграм-канале. Пожалуйста, заходите на телеграм-канал по ссылке в описании к этому видео и подписывайтесь, скачивайте книгу, PDF-файл. Я с нетерпением буду ждать ваших комментариев с отзывами о моей работе. Всем успехов, до новых встреч!